Я приглашаю на вас деньги, но это шоу плюс минус SSD. Да. И чулан же плюсы Иго и минус тоже. У меня со вступа было мало. Да. В общем, первый плюс, что экономисты любящие будут их тратить на игры. А что только не экономисты. А? Money Big. Ну, посмотрите. Второй плюс. Да, Чанзон. Это что? Что? Вы же, вы любите игры. Ну, представьте, вы хотите играть в игру и хавать тоже. Что вы выберете? Играть в игру. Да, играть в игру. Третий плюс. Это, как бы, конечно же, то, что вы вне зависимости можете покупать всякие вещи и даже можете качать игры, это клево, да. И на кому-то, например, у кого-то, сейчас помню, у кого-то там, это, он хочет идти в ванну, и он не идет в ванну, он играет в игру, проигрывает. В общем, это минусы. Перейдем к вот этому знаку. Минус. Первый и, наверное, последний минус. Вот в чем. Да. Ну, зашли. Первый и последний минус. Это... Конечно же, что вы будете много денег занимать. И посчитайте, сколько, если игра, например, там, сейчас, стоит, там, игра стоит 500 рублей. Вы заняли друга, вот 50 рублей, вы заняли друга 450. И получается, если вы вечно будете занимать 450 рублей, тогда получится в год вы потратите 225 тысяч рублей на покупку игр. Каждому нужны игры, даже тому человеку, кто проходил. Да. Могу дать мой скайп. Да. Скайп мой будет под видео. Всем спасибо за просмотр. Блин, опять хреновая камера. Ну да, всем удачи и всем пока. Блин.